Глава Дагестана Сергей Меликов накануне посетил недавно открывшуюся одну из самых больших школ региона, номер 54 в Семендере. Напомним, что директором образовательного учреждения стала мать героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаева. Она и пригласила руководителя республики на одно из школьных мероприятий, посвященных дагестанским военнослужащим СВО. Также Мазаева провела небольшую экскурсию для гостей по учебному зданию. В рамках мероприятия школьники показали творческие тематические номера, один из которых был танец «Белые журавли». Отметим, что Сергей Меликов при посещении школы озвучил решение о создании на базе данного учебного заведения детского патриотического центра «Мы – наследники Великой Победы», а также подчеркнул, что центр станет точкой притяжения всех, кто поддерживает наших военнослужащих и их семьи.